Да ну нафиг, что я еще живой, в принципе, стою. Это невероятное достижение. Двигатель заряжающий. А, что? А! Что это было? Как это работает? Где ты, блин? Танканул лом. Слышь, мышь, давай-ка мы тебя затараним куда-нибудь. На, тебе тараном его. Королевский тигр. Критические повреждения. Стрелок, радист и пулемет выбитый. Молодец, конечно. Ух, я на ядерке сбил самолет. Хорош! Хорош! Лайк, ребят. Еще отбился на самолете на ядерном. Можешь лететь быстрее, пожалуйста. Я тебя прошу. Тебя умоляю. Тунгусская е***я, с***я, б***я, у***я карта. Какой там ее делал, б***я. Пума-пума-пума. Пантерка. Пантеру в брод башни не пробил. Блин, сейчас его другой собьет. Это киллкам артиллерии такой был. Ладно, окей. Блин, ты издеваешься, что ли? Ха-ха-ха! Че это? Как это? А, не убивай меня! Да тихо ты, ёпта! Не надо! Трогай меня, сука! Угар! First blood. Double kill. Triple kill. Ultra kill. Минус 4. Пошел нахер, конечно, не очень удачно получилось, но главное, что сбили вообще. Ludicrous kill. Holy shit. Как же красиво! Ну лайки ставьте, это все подборку поет вот этот нагиб на самолете. Godlike. На, еще минус леопард. Дабы 11-й ремень свистит. Комплект! Надо по бомбам, надо по подвесам посмотреть, что просто у них есть. Кстати, отличный пробой ломика с 220 пробоя. Найс. Пусто. Видел прямое, три ракеты залетело в крышу. Киллкам смотришь, одна куда-то рядом упала, не в крышу. Что это за херня, блин? Слушайте, а дэшка-то это, блин. Ай-яй-яй! Да! Я сбил самолет бомбой! Правда, разбился, но я сбил самолет бомбой. Цель не была повреждена! Я не... О-о-о, красота, ребят, лайк. Попадание! Попадание в пулемет! С брум, брата, по Шерману. Технику уничтожена. Я забрал вертолет тараном.
Ой, мы вчера с Сашкой, кстати, такой фильмец классный посмотрели. Здравствуйте. Он с собой уничтожился. Боже ты мой, какой лох. Я Волкер Бульдога не пробил. Нейси третий. А вы потом еще спрашиваете, почему из три говно, ты считаешь? Ну, наверное, из-за этого. Все разъехались по разным дистанциям, но в разным направлениям. Блин, меня еще Катеха, по-моему, спалил. Попадание в пуму с С2. Ой, с С3. Дэшным снарядом. Почему из три говно, Паша? Я не понимаю, вроде хороший танк. Так, спереди. О, деривация. Ну, у меня был рикошет от деривации, попадание в маску, ну, куда-то в башню, и без урона, естественно, все. И, короче, он лучше во всем. Ёб твою мать, ну вот какого хера, а? Радиатор! В гепарде. Радиатор выбил. Сколько ракете? В ракете почти 8 килограмм тротила было. Хочет меня поддержать? Просто. У меня снаряд пропал. Ха! 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 Куда поехал? Нифига там урон! Охрененный! Блин, чувак, а я ничего ему сделать не могу. Он его задавил, что ли? Штурм-тигр наехал на танк, вон он вплотную, он как бы внутри танка находится. Так, стой, у меня есть прикол один. Мы же видим отсюда вражеский респаун? Я вижу вертолет, смотри. Чекай. Какая всратая карта, просто, да? Ты видишь прям с карты вражеский респ, радиофугасами заливаешь вертолет прям на нем, лол. Так, кто-то вот здесь вообще приезжает. Отличное попадание снарядом на 430 пробоя в тигра. Лучшее. И второе тоже, кстати, классное, очень классное. Ребят, посмотрите на карту и скажите, нормально ли у нас вообще союзники? Ну, вообще вот, ну как бы, хоть как-то. У них вообще есть что-то понимание, как вообще игра играется на топах, нет? Ну и все ведут себя как идиоты. Я б тур танканул на быкане. Тур на быкане танканул, чё? Чё у меня вообще урона нет? То есть наведение орудия. За счёт чего стабилизация получается. Нате! Свертухи радиофугасом по самолету. На! И все, и нет самолета никакого. Видишь, какая классная артиллерия. Все, откатали. Бра. Фига, у меня дырка в хвосте. Вот это дрень, вот это я понимаю. Кстати, хорошее танкование, мне нравится. Блин, бомбы. Много бомб. Я выстрелил прямо в бомбу. Ой, крокодила перевернула. Ой, С-25 в пуму! О-о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 -
Прямое попадание, булпапа. Критические повреждения. Почему бы и нет? Смотри, какой поехал. Помчался. Братишка. Попадание птуром в этот... В это говно зенитное, картонное. Боже ты мой. Охренеть. Охренеть, айтоу, ёпта. Два попадания. Колесо сломал с радиатором. Все, меня вынесли ваншотом. Это 4000 голды уже потрачено.
За это долго открывается опять. Хорош. Да и в каком плане общаться? Просто дописать пару слов там ВКонтакте или как? Снаряд пропал. Короче, если он не сбросился, то ладно, хорошо. Чего? Хотите сказать, что он вот пережил вот это вот? А, он потушился еще, да? Ага. Угу. БВ-155. Он вообще живой! Нихера себе! Как бы я вам напомню, что я учусь летать на самолетах только. Так, КТ. Ну, что и требовалось доказать. Новинка американская, кусок говна, даже катеху не забрал. Напомню, что в снаряде 23 кило тротила. Стрела 10 квадратных метров, японская СУ. Стрела 10 квадратных метров. Второе попадание! И ничего, ему даже пулемет на крыше не сломал, он пожелтел. Какое ж говно! Блин, ребят, как же занерфили снаряды хэшевские, вообще ужас. Можно сказать, что это прям кринж. Я даже Тигр П не забрал, боже! Ой, все, ребят, это говно, не покупайте М270, как он там, М728, СЕФ. Инвул, наш с вами любимый Инвул, обожаю Инвул, сучий поганый Инвул. Обожаю. Двоих забрали одной ракетой, Сидамку и Флакрада. Ой, лол, красиво. Пошел. Брэд. Чего? Чего? Так. Ой, двоих одним выстрелом. ЦВшка 90-105 и Брэдлика. Нихера себе он мне закинул. Экипаж выведен... Что? Как? Ладно. Я говорю, в совместных боях намного проще фраги делать на авиации. Может вот так? Крылое попадание Маверика! Минус прицел! Что за тупая? Хоть меня сейчас расстреляет самолет, но зато я точку захватил. Экипаж исчез и потом появился. Как же два фрага одним сбросом? Чего? Ну, учитывая, где находится воронка, и то, что машина танканула вообще без дамага, по-моему. По-моему, тундра обосралась в очередной раз. Не будет. Хоть бы не в союзника, хоть бы не в союзника, хоть бы не в союзника. В союзника, тварь! What the fuck? Белку забрали. Чего? Он правда меня заберет, все, у меня стрелок без сознания. У меня полностью бесполезный самолет стал. Хотя он до этого, в принципе, был бесполезный. Еее! Я сбил его, он, видимо, на таран шел. Лал. Это боль, страдание и ничего, кроме этого. Да ладно, нормально. Жирновать. Хорош, я раздал, да, вообще? Секунд захвата последних моментов. Блин.
Мне пушку сломал. Что я с ним делаю? Я затаранил это говно. Ой, его в стенку впечатался, в гараж поставил. Ствола нет, но ты можешь использовать свой танк как снаряд, так что пользуйтесь, ребят. Ой, кажется, Юнкерсу жопу оторвало фугасом. Танк без тепловизора на топах, как на нем играть? Невозможно же, посмотрите, ну как так, 5 фрагов, у нас... Бра. У нас ни одного фрага в команде, нет! Что происходит? Надеюсь, она сюда прилетит. Попадание, блядь! 100, 270 килограмм попадание в крышу. Что это за попадание было? Челленджера или как он там, Вевенджера? Боже ты мой. Так-то по сути чё? Раз уж мы... Забивать по поводу... Ой, чё, меня... Я бабаху пережил! На бутехе! Шведскую! Стрелок-садист! Жесть, я его чё не забрал, лол! Вот это мое почтение просто сейчас сработало. Ой, еще и самолет сбил! С вертухи! Корректирование пошло. Главное, чтобы не в крышу упало. А то иногда бывает такое. Не, нормально. Критические повреждения, ребят. Прямое попадание в CM11. Минус ствол и две гусли. А, ну и поджог. Эта бомба попала, у которой на борту 117 килограмм тротила. Блин, чувак, сзади тебя пазик! Сзади тебя пазик, который не видит нашего Шермана, а Шерман не видит пазик. Ё-моё! Чё нахрен происходит? Кринж! Блин, в итоге я его вообще собрал. Блин, стопудово ничего. Мне ни одна ракета сейчас не попадет. Чекайте просто. Не, одна попала. Прямое попадание мавериком в, я не знаю, в кого. В 90-ка, что ли. Минус один член экипажа. А БВМ-ку забрали. Я знаю, что его анонсировали, вроде даже показали. Но вроде говорят, типа, кривое говно. First blood. Короче, неинтересно. Ой, могучий, лагучий. Triple kill! Господи, я раздал! Офигительнейшая зенитка. Я ИСа второго убил! Что, прямо... Кого... Нет, кого? ИСа второго, да, все правильно. Прямо в лоб. Что это за херня? Ой, их там, ох, их, как их много. Ну, нашел-то. Офигенная система наведения, да? Фу, у меня зарандомила бомба, ее увело в сторону, и она все равно попала. Бля, маврики говно просто стали. Ладно, пробуем. Картонный. Есть. Прямое попадание, критические повреждения. А нет, все, умерла. Все, претензия снимается. Попадание визель Тром с Т1. Прикольно. First blood. Double kill. Triple kill. Нате в борт. Ту-ту-ту-ту-ту! Та-та-та-да! Минус два! Та-та-та-да-та!
Ну, читерный Z19 нас в итоге сбил. Рассказывал. Попадание, фугас, авокации в крышу, в командирскую башенку, минус триплекс и пулеметик. Все. Вообще без тепловизора можно играть? О, дамаг! ПЦВ 90-105. Отлично и просто. Два раза штурмами. О, да. Это я люблю. Вот что я люблю. Три раза. Боже. У вас тоже ЦВ-90-105 три штурма может танкануть, ребят? Кто вот играет на ЦВ? 4К. Тогда мне еще, правда, придется купить. Кстати, это был рикошет от борта и обоссанный боекомплект. Опять рикошет. Чё за херня? Левее чуть возьми бомбу. Есть, двоих забрали. Ой, хорошо. Все, легко, не понял. Куда? Ебать, пи***ц. Как он туда заехал? Крысы, сука, когда они все передохнут в тундре. Аж максимальной маскировки. Зажигалку можно на спаун кинуть, и зенитки гореть будут. Ну, как вариант, конечно. Слушай, а Пума, походу, меня и правда не видела. Она просто перла на меня. О, все, полетели. Полетела гравитация, все нормально. Оп, и внутрь стены. Что? Так, я понял. Ладно. На ютубе очень херовое качество трансляции идет. Ну, типа, картинка говно, честно говоря. Об меня союзник разбился еще. Вообще огонь. Это точно пи***торится. О-о-о, ни одного осколка при пробитии борта Абрамса. А что там, разве должны пробить осколки? О, кстати, и этого, как его, Леклерка пробил без единого, без вообще больнейшего намека на образование осколков. Зашибись. Оп. И в меня прилетает какая-то хуйня с беспилотника. А, не с беспилотника. Это в нас, ребят, если что, прилетел Маверик с Тандерболта. Минус один член экипажа и пушка сломанная. И еще классный челик, который... Ни одного! Опять ни одного этого осколка не было! Чего? Чё за тупое говно? Чё происходит? Стундры, 4 момента за один бой! Опять ни одного осколка! Чисто члены экипажа только вынес одного. И опять ни одного осколка, сука! Чё за дичь тупая, на... Что это за говно? Боже, все, осколков, ребят, нет, вообще. Вообще ни одного не вылетает. 3БМ-60. Пробитие, без единого осколка. Ну вот, Hellcat, вот этот вот конкретный, типичный пример игрока, который на все насрать. Вот он мог сейчас помочь с ремонтом нашему союзнику, но он не стал. Вместо него сделаю это я. Чтобы человек просто вернулся в строй и помогал нам как бы дальше воевать. Скажем так, это уже первая проблема всего. Общая проблема рандома. Кстати, снарядом на 400 пробоя не пробили то ли ИСУ-152, то ли СУ-152. Столько моментов за один стрим просто. Это даже не... Меня не пробили без урона. Я пробил без урона! Что происходит? А!
Два раза меня не пробили. Я пробил два, блин, без урона. Что нахрен происходит? Там меньше задержка. Вот оно попадание, опять не было урона. Ну-ка, если по мне. Не, мне наводчика заряжающего выбило. Опять цены стреляет, урона нет. Боже, боже мой, что происходит? Надо было так делать. Ох! Ох, это было близко! Я прям прикоснулся крылышком к этому, к земле. Об меня еще фок разбился. Невозможно! Попадание в пулемет! 100-миллиметровый кумуль. Рикошет, ребят! Вот куда? И Т1 меня... Подожди. Меня убил и Т1, и сплэшем забрал своего союзника, короче, который надо мной пролетел на сушке. Как исправить? У меня снаряд-то сквозь пролетел. Все в порядке. Там еще что-то есть. Союзный П-8. Какой молодец. Забрал двоих своих, но зато выбил целого одного противника. Жахнем. Блин, я напал на вертолет, сбросил, походу ему урон не наносится. Потому что вон он приземлился, ему пофиг. Блин, как обидно, я хотел просто эпичный фраг сделать красивый. А мне игра не разрешает. Сам для тех, кто до конца досидел. Откроем один кейсик ради интереса. Посмотрим, что нам выпадет. Еще такой бас альфа пума снова выпадает. Или швальба. Серьезно? Не, она мимо проедет стопудово. Хорош! Напомню, что сегодня два ключика разыгрываем. О! Спасибо, Суха, 85-я. Она наехала на бомбу, как на гранату. И я выжил. Прикиньте, уже 5 видосов сделал. Опа! ФВ-4005 попадает прямым по пантере. Минус 2 члена экипажа. Что это было? Зачем он это сделал? Он просто забрал своего. Попадание в ствол! Об который у меня точно что-нибудь взведется. Не пробил. Попадание в гусеницу Савриехи! Вот так вот! Тупое говно. Говно. Тупое говно. Тупого говна. И где он там, кстати, стоит? Он что, он перевернулся! Тот чел, которого я должен был забрать, перевернулся нахер от взрыва и не умер, естественно. А он чё? Тихо. Все в порядке. Просто человек по сторонам не посмотрел. Давай, фока А5. Ой, до 9 точнее. Ох, это было очень близко. Это было очень красиво еще. Попадание в М113 в туровозку. С СА-7, кстати. Да-да. Вы не ослышались и вам не показалось. Тараним. Давай. Таран! Куда он залез, блин? Нет, не затаранили мы его. Таран, сука! Таран! Таран! Блин, М113 слишком бронированный, видимо, чтобы его затаранить.
Давай! Таран! Сверху упал. Ой, мы въехали друг в друга. Я победил! Сука, от какой-то. Чего? Красавельчики! Фига я пролетел, а бомба, кстати, упала вниз. Аннигиляторная пушка! С респауна поехал кто-то. О, еще шарманочка. Корм. Я не пробил Шермана, полубронебойка со 100Y. Что за говно? Так что ждем дальше, 120. Сука! Одно очко! Одно очко не хватает на ядерки, суки! Редко стоковых игроков встречаешь. О, урон, мое почтение, я одобряю. При этом я резался, короче, у меня не... Как она? Башня не крутится. У меня башня не крутится. Боже, что это за баги такие сегодня? Короче, у меня еще и вертикальные привода не работают. А я прям так даже без вертикальных проводов, без башни фраг сделать умудрился. На инвалидный БМП. Я, по сути, играю на абсолютно бесполезной в данный момент техники, на которой невозможно вести нормально бой. При этом я сделал фраг и захватил точку. Это на вопрос к тому, что игроки, которые там на зенитках или на какой-нибудь там не очень хорошей технике, да, которые там, ну, послабже остальных одноклассников выглядят, боятся с респауна уехать. Я уже второй фраг без проводов и неработающей башни сделал. Основное орудие, дополнительное орудие. Оно не работает, оно никак не работает. Обратите внимание, дорогие друзья, я сделал два фрага и захватил две точки на абсолютно бесполезной машине. Мы на втором месте в команде. Ну, Центурион меня забрал, но я его довольно сильно кританул. Хотя почему у меня, кстати, в него тур не попал, непонятно. Как итог, друзья, машина, которая не работала по своему вооружению, по сути, два фрага, два ассиста и два захвата. И итоге четвертое место в команде. Выводы делайте сами о том, как люди пытаются играть в тундру. Рикошет от грузовика? Чего? Это зенитка. Грузовичок вот этот вот. Мёд. Я бы, может быть. Я в тур попал. Блин, это было офигительно. Респаун бы поменял, может быть. Ёптать. Чё с аэродромом-то? Вертолетной площадкой какая-то проблема, ребят. А чё у меня с вертолетом? Я только сейчас увидел. Что это? Это хрусталь? Это стекло? Что это за говно? Почему у меня прозрачные лопасти, как в этом, в Крайзисе? Меня сзади кто-то подлетает. Еее! Отбился от самолета. Давай. В смысле не пробил он ЛД? СТРВ-122. В смысле? Ему ЛД под таким углом 3БМ-60 не пробил. Так, ребят, я надеюсь, что вы мне как-то вот, не знаю, напишите. Сейчас в комментариях. К стримчанскому, что это такое могло... Рикошет от триплекса на крыше. 3БМ-60, ребят.
Ау! На меня бомба упала! Мы пережили попадание бомбы! Прямое! Он очень хороший. Он прям бесячий. Мне ваншотом сбил спид... Да! Да! Меня ваншотом сбил спидфайр, но я сбросил бомбу, пока падал, и убил ему пилота. Пам-па-да-дам, пам-пам-па-да-дам. Ага. Попадание в крышу, ребят, минус эти. Прицел. Ну, штурмом в крышу в лёпика, ну да, ну да. Ну да, ну да, пошел я нахер. Стрелял, называется. Пытался точнее пострелять. Туши пожар. Nope. Я переиграл вертолет с автоматом сопровождения цели, пережил обстрел самолета. И просто лол. Там не месяц, там сезонными. Но в предыдущем месяце мы получили, кстати, отличный урон. Попадание в топливный бак. Сквозь все боевое отделение урон прошел. Вот, это ТОУ, кстати, ракета. ТОУ-2. Второе попадание в борт, абсолютно урона нет. Гусеница на противоположной стороне танка взорвалась. Откуда взялся Енисей, сука? Господи, у меня прям флешбеки с... флешбеки с армы вчера были. Когда только появился там и тебя там... стрелять начинают. Брат. Чего? Я во флекс-машину не попал, попав при этом птуром почти под нее, и ее даже осколками не зацепило с птура. На максимальной графике, на нормальной. Еще себе. Я себе каток сломал об кусочек льда. БТ-7 танканул королевского тигра. БТ, сука, 7. Это шизофрения. Блин, зениточка, ты бы хоть бы мне помогал. О, здрасте. Бомба! Бомба взорвалась у меня прям под гусеницей. О. В последнюю секунду увернулся от здания. Кин. Отпилил себе крыло. И дальше полетел. Тормоз. Может, вернемся еще на аэродром? Может, у меня получится. Злодец, спасибо еще раз. Еще хризантемы, пожалуйста. Посмотрим. Просто интересно. Бедные ребятки. Ой-ой-ой, какое мясо. Что творится? Даже вижу. В смысле попадание ТОУ вертолет в кобру? Чё? А? Чего? Это что нахрен сейчас было? Еще один. Не четыре. Это он так тридцатки танкует? Ну ладно, ладно, начал вроде. Управление потерял он. Лол. Ми-4 самый жирный вертолет в игре. Так, погоди, он потерял управление, но продолжает лететь. Он не падает. Он даже не падал, его просто крутить начало. Что это?
магазине. Меня убил Остин 2 в лоб. Давайте посмотрим, как это было. Стреляет Остин 2 в 268 объект. И прям вот так вот пробивает нам щучий нос. На 268 объекте. Выйдет патч, наверное, кто-то из вас будет покупать прям. Ну да. Мы сдохли, потому что поплавки, которые были у нас на модельке, на самом деле их не было. Я типа упал и разбился. Все, что вообще есть, самое мощное, то и стоит брать. Хорошее. Как вам бронепробитие? Прям сквозь человека стреляем. Осколки вообще его не цепляют. Три выстрела, ни один осколок не добил члена экипажа, который был красный. Это Чаффи, ребят. Ну, это нормальный танк, да? Для боевых рейтингов 10.7, 10.3. Ну, ладно, это правда нормальный танк, потому что Чаффи, танкующий атаку, это... Ну, это уважение, дорогие друзья. Я похлопаю. Чаффи, который танкует атаку... Это, конечно, очень круто. Мою почти... Два раза! Две атаки танканул! Ёб твою мать! Кайлер ваншотается! Кайлер ваншотается, Чаффи живет с двух птуров. Можно. Попадание! Рикошет птура! Спасите мою жопу! А вот вас отремонтили. Это был лучший старт на вертолете, который можно было себе представить. Мы ищем последнего противника, да, он застрявший в Т-28 торчал и не мог выехать из него. Альфа-пума сама кого угодно отъедет. Мы, правда, не пробили 44-ку под башни. Ну, наверное, это нормально. Вот такое попадание кумулятивного снаряда в Бардера было с БМП-1. Ну, такое прям, знаете, прям мое почти классно. Рикошет от башни Т-34-85. Просто мое почтение, ёб твою мать. Denied. Не пробил тигр 85-ку. А 85-ка меня пробила, кстати. Причем в башне. Пошла ты нахер, а? Попадание Тоу. Можно мне, пожалуйста, тоже на зенитках танковать попадание прямо в рубку? Два попадания, сука. Ребят, тупое говно тупого говна. Да наисть ты. Торпеды. Офигеть они. Это что за уворот, блин? Тысячелетие сейчас был. Это было лучший уворот от торпед в истории War Thunder, наверное. Ой! Что это было за говно?